Сейчас детский сад номер 48 в Новом Городке располагается на первом этаже жилого дома. В нем 84 воспитанника. Еще 96 ждут своей очереди. К слову, ждать осталось недолго. Новое дошкольное учреждение по плану откроет свои двери уже в январе. Мы полностью ликвидируем очередность от 2 до 7 лет. И получим современные по всем требованиям и Роспотребнадзора, и ГОСОВ, это государственные образовательные стандарты, дошкольное образовательное учреждение. В новом детском саду будет все новое, и мебель, и оборудование. Штат укомплектован полностью. До 30 декабря строители закончат работы. Сразу после начнется клининг. Выполнение работы идет в графике. Сейчас там около 80 человек работников, и процент выполнения почти 90%. На финальном этапе работы и в детском саду в Лесном Городке, в процессе завершения отделки на втором этаже, обустройство санузлов, монтаж электрооборудования. Общая готовность объекта 85%. Не отстают от графика и строители Воденцова. Дополнительный корпус школы номер 12 должен быть готов к концу года. Сейчас идут работы финишные в спецклассах. Физика, химия, в конференц-зале 4-й, 5-й этаж, плюс также лестничные марши, укладка плитки в рекреациях и на первом этаже. Сейчас в 12-й школе уроки идут в две смены, поэтому после ввода дополнительного корпуса в эксплуатацию в первую очередь сюда переедут те, кто приходит учиться после обеда, а это порядка 300 детей. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».